сегодня на обзоре гидратора Аоту. Но для начала выясним, чем гидратор отличается от других питьевых систем. Начнем сначала. Все вы знаете, что человек на 60-80% состоит из воды. При этом ежедневная норма пополнения этой драгоценной жидкости нашего организма составляет около 2 литров. При нахождении у себя дома мы элементарно можем пополнять запасы воды в своем организме. Для этого достаточно налить стакан воды и просто выпить. Но как только мы переступаем порог нашего дома, все меняется с точностью до наоборот. По этой причине люди часто берут с собой бутылочку или фляжку с водой. И только единицы гидрационной системы. Так в чем же разница? Естественно, обе эти системы, фляга и гидратор, удобны, просты и неприхотливы. Но в отличие от фляги или бутылки с водой, гидратор — это всегда свободные руки. Гидратор — это всегда экономия времени. То есть нам не нужно, к примеру, останавливаться и доставать флягу из рюкзака. Гидрационная система позволит вам потреблять воду правильно, то есть часто и небольшими дозами. В отличие от фляги, которую мы достаем в лучшем случае раз в полчаса, при этом опустошаем ее до максимальных возможностей желудка. Гидрационная система всегда безопаснее при употреблении воды во время движения. Все перечисленное мною касается повседневной жизни. Дальше думайте сами, насколько возрастает роль гидратора во время занятий активными видами спорта, либо, не дай бог, при чрезвычайных ситуациях или состоянии войны. В продолжение разговора вернемся к нашему подопечному. Объем данного гидратора Auto составляет 2 литра. Изготовлен он из высокотемпературного полиуретана, что позволяет ему работать в температурных режимах от минус 20 до плюс 50 градусов по Цельсию. Сухой вес 190 грамм, размеры 18 на 37 сантиметров, длина питьевой трубки составляет 107 сантиметров. Питьевой наконечник представляет собой клапан с насадкой, через который вода может литься как самотеком, так и втягиваться ртом. Благодаря пластмассовой заглушке с предохранителем клапан всегда остается чистым. Auto имеет удобную систему наполнения, которая представляет собой горловину диаметром 9 сантиметров с уплотнительным кольцом и внутренним силовым ребром. Широкая горловина позволит легко отмыть внутренние полости. Гидратор имеет точную шкалу индексации объема наполнения и 3 системы крепления. Первая — это прорези для установки в рюкзак. Вторая — жесткая пластиковая петля для ношения в руке. Третья — жесткий крючок. Благодаря универсальным системам крепления гидратор Auto можно использовать как подвесной походный умывальник или душ. На этом наш обзор подходит к своему завершению. Кто хочет знать больше, все необходимые ссылки для вас под этим видео. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте. Всего доброго, до свидания, до скорых встреч.